Как создать инвестиционный портфель первой инвестиции? Всем привет, меня зовут Макс Риском. Все же, как создать инвестиционный портфель? Это как вы открываете капиталский банк, верифицируетесь в банке. Это может быть Сбербанк, Приватбанк, Монобанк, Альфа-банк. Открывайте там портфель, тем самым получаете, да, вы становитесь партнером данной компании, данного банка. И первые инвестиции, во что инвестировать? Например, вы в Альфа-банке, видите, Альфа-банк в Украине, в России есть, да? Только как-то по-разному есть. Больше возможностей в России. Наверное, напишите комментарий, если вы знаете, как там с вашей стороны. Прямо сейчас напиши свою страну и свой Альфа-банк, если у тебя есть. Если нет, то пропускай. Так, значит, в Альфа-банке можно покупать акции, если вы из России, как я понимаю. С Украины я вот не в курсе. Точно не в курсе. Поэтому, как создать инвестиционный портфель? Первым делом мы что выбираем? Какой банк? Можно Тинькофф банк. Там много акций, поэтому вложились и получили. Он механизм уже давно-давно существует, так что доверенный банк, но риск, свои риски нужно тут учитывать. Куда инвестировать деньги? Первые инвестиции. Мои первые инвестиции, куда я инвестировал? До 18 я не инвестировал, я снимал ролики, как-то так вот, грубо говоря, так-то и много было их. Инвестиции, я не покупал еще криптовалюту, но если вы хотите как начать инвестировать, то пробуйте купить криптовалюты. Я записывал видеоролик, похоже, на одну тему. Там очень подробнее сказано, чем это, да, ролик, ведь они отличаются. Я чувствую прям. Так, значит, если покупаем криптовалюту, то это как доллар. Если вы даже ничего не покупали, то купите криптовалюту. Пока.